караулит. Дед Ванька пошел в лес. Дед учил, как грибы рыжики собирать. Да. Ну давай. Вот. Вот его караулит, он ходит, все равно убежит ото всех. Приходит, ни у кого нет ничего, а у него типа такого, как у тебя, лукошка, только длинная. Да. А у него полный, вот таких, одних шляпок наберет. Да. Вот. Я говорю, дед, ну покажи ты, как ты. Вот подрастешь, покажу. Ну вот пошли как-то уже взрослые. Пойдем, рыжики, пошли. Приходим, он, видишь рыжик? Я говорю, вижу. А там мошок вот такой небольшой на северах. Елка не такой мошок. А теперь на коленки падай. Да как на коленки падай? А, говорит, падай на коленки и рукам щупай. Вот тогда ты наберешь. Они, говорит, там даже не вырастают. Они наверх не выползают. У меня немного другой прием. Я срезаю и начинаю ножиком вокруг гладить. Как ножик тверденько и чувствует. Ну да. Я, не, а там, понимаешь, мошок... Я даже, слышь, даже не снимаю сверху мох, ничего. Я раз ножиком срезаю и ножом же выковыриваю. Ну да. Не, а там мошок вот такой мягкий, и там рыжки свойства, они наверх не выходят. Один выйдет, два, ну, чтоб видно было. Все, около него наберешь корзинку. Вот прямо руками щупаешь под руку, шлеп, мох мягкий. И режешь, на коленках ползаешь, метров 10 обойдешь, корзинка грибовная. Вот, это инструкция по сбору грибов, грибов и рыжиков. Да. Прочитанная Валерой в хорошем настроении. Да, он там сзади. В предвкушении рюмки. Ну, сзади, ладно. Короче, вот.